Тверской области окажут поддержку хлебопекарным предприятиям. Такое решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя. В текущем году на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции хлебопекарным предприятиям региона направят более 58 миллионов рублей из федеральной и региональной казны. Это позволит сохранить объемы производства и численность трудовых коллективов, обеспечить стабильные цены на хлебобулочные изделия. Получателями субсидий станут более 20 хлебозаводов из Твери, Кимр, Вышнего Волочка, Калязина, Оленина, Спирова, Торопца и многих других муниципалитетов. Хлебопеки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб. Мы с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию, отмечает глава Верхневолжья, комментируя такое решение.